И тот же владелец нам привез Atom Racing 1.5 XC 150, но уже на мужской раме. Велосипед, опять же, получается примерно 2005-2007 года выпуска. Ему получается лет 15. Здесь все тоже очень хорошо. Хранился он в тепле, и у него покрышки не сопрели. Износа цепи нет, то есть по 15 лет велосипеду на нем вообще не катались. Калибр не заходит, то есть там износ цепи, ну, может, 10-20%. Сейчас я все смазал. Звездочки все в хорошем состоянии, передний и задний. Переключатель передний отлично работает, тормоза все работает. Ну, поменяли колодки, поменяли камеру пробитую, и вот с задним переклюком немножко проблемы есть. Его вообще вот так вот конкретно закрутило. Сейчас я его вытащил, немножко поправил, но вот здесь вот будет сейчас видно, что он чуть-чуть в этой плоскости погнутый, и он не закидывает на последнюю звездочку. То есть все остальные звезды работают, последний он его выгибает. То есть он не хочет туда закидывать. Но, в принципе, покупателю, клиенту это не нужно. Ему достаточно. Он катается на второй звезде и здесь где-то посерединке будет ездить. Вот, то есть поменяли колодки, поменяли камеру, все настроили. И все хорошо, все нормально. То есть вообще никаких проблем. Но единственное, что вот переднюю втулку здесь зачем-то смазывали ВД-шкой. Может быть, она хрустела, может, скрипела. Смазали ВД-шкой. Она крутится отлично, но когда колесо снято, чувствуется, что там небольшой износ есть на втулке. Но опять же, перебирать я это тоже не буду. Потому что, судя по тому, как этим велосипедом пользуются, и какой бюджет на ремонт мы здесь закладываем, я думаю, что вообще проблем никаких. Клиент еще 10 лет отъездит, ничего не произойдет с этой втулкой. Тоже рулевая все крутится, все отлично. Вот эти вот монетки, в этот раз эти монетки рабочие. Но видно, что все равно падали, какие-то удары были. Но здесь они работают. Единственное, что правая ручка, левая ручка, которая на 3 скорости, она очень такая прям тугая. То есть прям щелк, 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 очень тяжело крутить. Вот, а так в целом все очень хорошо. На раме вообще никаких царапинок. Седло здесь даже не поврежденное, но видите, какой слой пыли. То есть велосипед используется там раз в несколько лет, просто 1-2 раза покататься за сезон. И поэтому вообще проблем никаких, служит очень долго, все комплектующие, если вы ими пользуетесь только в хорошую сухую погоду. Вот такое небольшое обслуживание, просто настройка, чистка переклюков и тормозов. Все.